Всем привет! В этом видео я хотел бы рассмотреть кое-что, связанное с карате. Сейчас я вам покажу буквально несколько роликов. Один ролик, скажем так, Minville in USA, где-то в Америке, где-то в США. На видео вы сами сможете убедиться в том, что это не тренер, это человек, который просто-напросто выкачивает деньги из людей, пришедших получить в первую очередь черный пояс. Затем уже на втором плане у этих людей стоит искусство самообороны, умение защитить себя, своих родных на улице от нападения. Что мне хотелось бы отметить? В этом видео человек утверждает, что вся наука карате сводится отнюдь не к владению боевыми навыками, а к владению искусством применения внутренней энергии ци. Он так это и говорит, причем показывает это на своих учениках, используя различные, допустим, приемы, заломы, захваты с выкручиванием руки, и утверждает, что это происходит не потому, что он использует какую-то там технику контратаки или комбинацию освобождения. Он использует, заметьте еще раз, он использует внутреннюю энергию ки. Ну, люди, конечно, ему верят, приходят к нему, платят сумасшедшие деньги, занимаются у него. Дальше он начинает им объяснять, своим ученикам, причем на камеру тоже, что вот, допустим, там стоят у него 5 человек, и против этих 5 человек он свободно может применить одиночный разряд волнового удара энергии ки, направленный против противников. То есть он показывает, что мне нет необходимости драться сначала против одного, потом против другого. Я могу сразу применить технику использования энергии ки против всех. И вот вся эта толпа, эти 5 человек на него нападают. Он с диким криком начинает орать, якобы двигается на них, они все отскакивают от него в сторону. Но любой нормальный человек, подходя к кому-то другому, какому-то постороннему на улице, с попыткой, допустим, гопник какой-то, с попыткой отжать у него денег или телефон, внезапно тоже будет ошарашен тем, что его жертва вдруг резко на него заорала. Ну, привлекает внимание прохожих, чем деморализует своего противника. Так вот, этот человек, он действительно утверждает, он на полном серьезе твердит, что он достиг вершины в бесконтактном поединке. И достаточно ему применить энергию ки в совокупности с легкими, достаточно легкими, простыми техниками карате, как его противник падает на землю. Ну, там очень много всякого вот мусора, который он рассказывает, показывает. Я же выбрал для вас буквально вот так вот, чуть-чуть, немножечко, чтобы вы могли понять, с кем иногда приходится иметь дело. И дальше я вот просто хочу, чтобы вы посмотрели на тренировку людей, занимающихся действительно карате. Как они отрабатывают удары, как они отрабатывают комбинации ударов, как они работают в спортзале, можно сказать, кровью и потом, достигая того уровня, который они хотят достичь, за которым они пришли в секцию или в спортивный клуб. В отличие от таких вот горе-гуру, особенно распространяющихся по Америке, это просто, ну, знаете, это какой-то нонсенс. Такие вот люди, как вот этот вот кучерявый мужик на видео, они просто-напросто дискредитируют карате, вводя в заблуждение многих людей, пришедших действительно за получением знаний по самообороне, за получением знаний по карате. Кто-то по разным причинам приходит в секции, кто-то хочет научиться защищаться, кто-то хочет стать сильнее, кто-то хочет стать здоровее, увереннее в себе. Разные есть причины. А есть просто люди, которые приходят за получением очередного пояса. И вот такие вот людишки, как у этого кучерявого америкоса в видео, скорее всего, пришли за получением пояса. Они свято верят в то, что утверждает их гуру, и делают всякую ерунду. Но
Теперь сравните вот этих вот людей, которых я показал вам в начале, с теми людьми, которые, которые занимаются в спортзале, действительно отрабатывая удары на макеварах, на грушах, работая в спаррингах со своими партнерами. Кто на улице, если, допустим, на улице, или кто из них в том же самом зале на татами одержит победу? Вот эти вот красочно одетые вот эти вот бумажные человечки, которые в Америке якобы занимаются бесконтактным стилем карате, или вот эти вот люди, которые действительно вкладывают всю свою силу, всю свою энергию в изучение и получение навыков действительной самообороны от карате. Вот, в принципе, все, что я хотел сказать. Цель моя в этом видео – донести до вас, скажем так, те крупицы знаний, не только знаний, но и крупицы вот этой истины, которую зачастую многие люди не могут распознать сразу, приходя в спортивные секции. Достаточно много по всем республикам, по всей территории бывшего Союза различных клубов, в которых действительно есть хорошие тренера, действительно есть хорошие мастера. А есть такие вот, как тот америкос и его ассистенты. Поэтому прежде чем отдавать деньги за тренировки, походите на пробные занятия, посмотрите, действительно ли там преподают то, что вам хочется получить. Или вам просто хочется получить какой-то очередной пояс. И делайте выводы. С вами был я, Владимир Казарчук. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями. Охотно оставьте свой комментарий, я на него отвечу. И всем удачи. Пока.